Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 7, и сейчас я покажу вам, как войти в Recovery меню. Итак, для начала нам нужно отключить телефон. И после его полного отключения нам нужно зажать кнопочку питания и уменьшения громкости. Попадаем в такое вот меню. Здесь при помощи кнопочек громкости нам нужно выбрать recovery режим. Будет написано вот тут вот. Ищем recovery режим. Вот recovery mode. И нажимаем на кнопочку питания для того, чтобы перейти в него. Здесь нам нужно обойти лежачего андроида. Для этого мы что делаем? Зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. И попадаем в такое вот меню. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.